Девчонки, добрый день, добрый день. Смотрите, вот этот вот зеленый цвет, который такой же цвет, чуть-чуть темнее того цвета, который был вот в Зара пальто, которое я вам показывала. Пальто в Зара. Видимо, вот этот вот цвет мента теперь будет в моде. Вот смотрите, здесь джинсы короткие. Джинсы короткие, пуловеры короткие, вязаные, молодежь. Вот она, Виа Санта Лучия, Палаора, вилла. Вот смотрите, это марка Дани. Посмотрите еще, и какое платье хорошее для девчонок, для молодежи, с этими, со всякими фельпами. И цены, конечно, совсем малюсенькие, везде музыка. Вот джинсы вот с такими вот сейчас модно пуговицами. Так, это, наверное, какая-то новая коллекция, потому что нету распродажи. Вот такие вот цены в Дании. Пойду я пить кофе, девчонки. Вчера даже забыла выпить кофе. Мне так нравится этот белый цвет, кремовый, что я прямо целыми днями хочу ходить. Хотя бы от белых цветов, это хроматерапия, колоротерапия. Я прямо, знаете, прямо лучше себя чувствую, светлее. От светлых вещей прямо чувствую светлость, светлость дня, светло в душе. Чем больше серый день, тем светлее я надеваю вещи. Вот. На самом деле это функционирует, действует. Я прямо такая хожу, вся такая счастливая. Вся такая счастливая, хотя под таблетками довели меня. Смеюсь, улыбаюсь. Радуюсь жизни. Total Black. Вы видели какой-то, я показала только что, магазин какой-то, а Парана, где были цены 60% распродажа, вы представляете? Вот вам Golden Point, Golden Point, уже весна, девчонки, уже весна 50%. Вот вам Патриция Пепе, поменяли витрину, потому что были желтые пиджаки и брюки. Были желтые пиджаки и брюки. А теперь смотрю, что-то белое висит. Юбочка, что ли? Что это такое? Ой, какая красивая юбка. Это юбка или юбка-брюки? Я обожаю такие вещи. Кстати, у меня есть такая же юбка Луиза Спаньоли, про которую я забыла. Вот, видите, посмотрев на эту витрину, я вспомнила. У меня такая же юбка есть. Такого же кремового цвета. Смотрите, какой пояс красивый. Колоры Чиприя Песка с водолазкой. Очень шикарно на весну. Прям в стиле вот этой Мелания, которая экс... Которая жена экс-президента американского. Ой, посмотрим цену. Поясочек очень мне нравится. Если он, конечно, из... Из кожи поясочек. Черное платье мне не очень нравится. Слишком темное. Так, получается юбка 178 евро. Поясок 108 евро. Это вот Патриция Пепе. Очень красивый лук, нежный, женственный. Девчонки, я потому что в маске... У меня странный голос из-за этого. Не переживайте. Дальше идем. Вот если бы у меня не было слишком много пальто, я бы это тут, который Зара пальто светло-мента, светло-зеленого цвета, я бы купила бы. Даже он... А вот девушка стоит прямо в этом пальто, по-моему, перед Зарой. Ну-ка посмотрим поближе.
Бонжорно, сеньора. Лей компрата Азара, я провата коста капота, белиссимо. Комплименты. Перке фотоблогер, перностры, демонстрата коста капота, белиссимо. Грация миля. Ой, девчонки, может мне тоже купить? Как красиво на женщине смотрится издалека. Смотрите, всего 69 евро, 90, ну, 70 евро получается. Как мне нравится. Может пойти еще раз померить это пальто? Вот оно, это пальто висит. Но здесь из-за лучи меняется. Из-за света. Смотрите, вот это вот пальто элегантное. Сколько же их осталось? Наверное, большие размеры только остались. На мне был XS. Оно такое элегантное, это пальто. Ой, открыли Педроки. Представляете, девчонки? Бар Педроки, по-моему, открыли или нет? Посмотрим. Бар Педроки. По-моему, открыли. Вот видите, как элегантно девушка одета. Темно-синий цвет все. Простенько и элегантно. Я когда-нибудь поднимусь наверх и покажу вам внутри, как устроено. Ой, здесь, как всегда, рабочие шумят. Рабочие шумят. Вот тоже девушка, то есть дама элегантного возраста. Видите, в кроссовках, в камел. Красиво. Все красиво. Рабочие что-то тут орудуют. Интересно, бар Кавур открыт или нет? Вот мужчина в клетчатом пальто пошел. Красиво в клетчатом мужчине. В СССР называлась шотландка. Вот второй мальчик идет в такой же курточке. В курточке клетчатом. Девчонки, молодежь идет. Я иду в сторону Манго, около Педроки. Уже время обеда, очень сыро после вчерашнего дождя. Смотрите, какая парочка красивая, очень стильная. Шляпа такая, как будто еврей. Очень стильные. Так, посмотрим. Ой, в H&M столько народу. Столько народу в H&M. Ой, девчонки, молодежь, красиво. Ой, девчонки, какие красивые. Ой, красиво. Это на моем телефоне кажется коралловый, а на самом деле розовый. Пинк. Клетка пинк. Красиво. На весну новые цвета красивые. О, боже мой, здесь музыка. Я не могу там. Ну почему, почему? Куда мне уйти подальше? Должна говорить, наверное. Вы знаете, вот я 5 минут обошла вот, 5 минут обошла вот центры, и в трех углах 5 минут туда, 5 минут сюда есть музыка. Я понимаю, что уличные музыканты должны заработать денег. Вот вам и желтый цвет весенний. Уличные музыканты должны заработать денег, но просто невозможно работать. Из-за этого мне не сделают, наверное, монетизацию. Я просто не знаю, как быть. Хоть не приходи в этот центр. Ничего не имею против музыкантов.
такая красивая, высокая девушка. Девчонки, салютую, пойду пить кофе.